Несмотря на то, что пройти производственную практику на протяжении учебы должен каждый студент на практике, это получается не у всех. В первую очередь, не все вузы и СУЗы договариваются с предприятиями о выделении временных рабочих мест и преподавателей. А во-вторых, сами работодатели отказываются брать на службу неопытные кадры. Новый проект должен разрешить эти проблемы и предоставить обеим сторонам свободу выбора. Рынок сегодня не предлагает готовых специалистов, поэтому хочет или не хочет работодатель, хочет или не хочет предприятие, но они вынуждены сегодня и должны, и это вообще гражданская позиция любого предпринимателя, участвовать в подготовке молодых специалистов. Вся база на сайте профстажировки.рф. Он уже запущен в работу. Сейчас на нем 516 стажировок по всей стране. Многие из них даже оплачиваются работодателем. Теперь любой студент может подобрать комфортное место для прохождения практики и за пределами региона. С Владимирским госуниверситетом на сегодняшний день заключили договоры 75 стратегических предприятий области. Но все это промышленные предприятия. В вузе говорят, новый проект должен помочь найти будущую работу и гуманитариям, в частности, педагогам. Я думаю, что вот здесь нам тоже надо вместе с вами обратить внимание, чтобы был целевой набор, чтобы люди, которых мы на сегодняшний день обучаем, а это 300 педагогов ежегодно выпускаются из стен вуза, чтобы они приходили все-таки и были заинтересованы в школе.